Ранним субботним утром в доме ветерана Валентины Ивановны Тимошенко начала кипеть работа. Помощники, вооружившись лопатами, очищали снег с крыши и участка, помогая пожилому человеку лучшим образом подготовиться к весне. Акция «Спасибо за победу» эксклюзивно проводится для омских ветеранов и тружеников тыла. А в запасе у волонтеров еще немало добровольческих мероприятий. До 9 мая запланировано 70 различных акций, то есть, ну, как вы понимаете, 70 лет победы, 70 акций, и даже больше, то есть 70 акций именно запланировано на федеральном уровне. В других регионах снега нету, где-то он уже растаял, а мы по-прежнему его еще убираем. Три поездки на сегодня делятся волонтеры, и десятки уже позади. Ветеранские организации лучше знают, кому из пожилых людей необходима такая помощь, и адресно направляют ребят. Все эти молодые люди вступили во Всероссийский корпус 70-летия победы в Великой Отечественной войне. И до наступления годовщины в каждом регионе пройдут десятки акций. По всей России уже 80 тысяч человек стали волонтерами победы. Сюда их привели простые цели – оказать посильную помощь, проявить заботу и лишний раз пообщаться с ветеранами. Ведь неподдельный интерес подчас красноречивее любой помощи. Самое главное – это когда смотришь в глаза ветеранов беспомощных. Они такие радостные сразу. Ох! Помогаем, чем можем. Они рады, даже нас чаем иногда угощают, бывает. Самый такой момент хороший после уборки. Присоединиться к движению можно на сайте волонтеры70.рф. А мечи смогут не только принять участие в региональных акциях, но и стать частью главного парада Победы на Красной площади.